18 мая жителям Алтайского края предлагают не засиживаться дома, а отправиться в путешествие по музеям. Алтайский край 18-й год подряд присоединяется ко всероссийской акции «Ночь музеев». Свои двери уже в эту субботу распахнут больше 100 выставочных центров региона. У каждого своя особенная программа. Вот в этом году мы, продолжая тему стрит-арта, мы планируем сделать макетики небольшие, которые человек расписал и унес с собой. В этом году я прям вот приглашаю наших посетителей на тему семейную, скажем так, потому что есть несколько мероприятий, которые этому посвящены, и они будут касаться тайн музейных полотен, семейных. Музеи в районах тоже удивят. Так в Благовещенском, Куриинском, Родинском и некоторых других создали исторические программы, посвященные столетию районов. Запланированы другие фишки. Например, в музее Шипунова можно посетить уникальную театрализованную экскурсию. Проведу театрализованную экскурсию о поколенческих традициях прошлого, родовое гнездо семьи купца Сокурова, о купеческой семье, которая в начале 20 века приехала в Шипуновский район. И вот герои сегодняшние, скажем так, сыграют членов этой семьи большой купеческой и проведут экскурсию по всему музею. В Барнауле официальное открытие музейной ночи состоится в 6 вечера в Центральном парке. В этом году музейная ночь пройдет под эгидой семьи, 79-й годовщины Победы, 70-летия со дня освоения Целины и 150-летия со дня рождения Николая Рериха. Для участников музейной ночи устанавливается всегда в рамках акции единые правила игры и единые цены на билет. Поэтому для всех категорий посетителей это 150 рублей, дети школьного возраста 50 рублей, дети до 6 лет бесплатно. И исключение делается для многодетных семей и семей участников СВО. Билеты уже в продаже. Приобрести их советуют заранее, чтобы не тратить на это время в музейный день. Стоит напомнить, что в музейную ночь некоторый общественный транспорт будет работать до 3 часов ночи. Но маршрут до дома следует продумать заранее. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.